У нас в Душанбе открылось две спортивные франшизы – UFC Gym и футбольная академия «Ювентус». О том, какие услуги они предоставляют своим гостям, смотрите в нашем сюжете. Меня зовут Бахов Азербаев, и сегодня я дежурный по городу. Двадцатого сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустами Эмомали приняли участие в открытии в столице современного спорткомплекса. Комплекс UFC Gym построен отечественным предпринимателем, председатель совета директоров инвестиционно-управляющей компании 55 Group Давроном Джураевым. В трехэтажном здании комплекса расположены крытый спортивный зал, фитнес-клуб, магазин спортивного питания и одежды, развлекательный центр, гостиница, кафе, сауна, массажный салон и многое другое. Спортивный зал и фитнес-клуб, как женский, так и мужской, оснащены высококачественным спортивным оборудованием премиум-класса. UFC Gym – это сеть американских спортивных залов, созданная в 2009 году, и сейчас в 32 странах имеет более 150 спортивных залов. Академия футбола «Ювентус», которая является первой европейской футбольной школой для детей в Таджикистане, расположена рядом с UFC Gym. Идея открыть именно «Ювентус» у нас не было. Мы планировали привести из топ-5 лучших команд мира, это в основном европейские клубы, привести академию, франшизу одного из 5 топ-клубов. Но во время переговоров у нас более 5-6 месяцев длились переговоры, и мы пришли к выводу, к пониманию, что Ювентусом у нас больше получается вести переговоры, и у них очень организационные вопросы на уровне вот этих академий, у них более 50 странах существуют академии, поэтому и по ценовой политике, и по другим вопросам мы договорились раньше с «Ювентусом». Здесь тренировки для детей и юношей будут проводиться по методологии футбольного клуба «Ювентус», а на футбольном поле академии можно проводить международные турниры среди игроков до 16 лет. Я занимаюсь здесь с самого начала, с самого открытия. Мне здесь очень нравится. Я хотел всегда за него играть. И там играл Роналдо. Я занимаюсь футболом давно. Я бы хотел играть за Ювентус, Челси и за Реал Мадрид. В академию будут приниматься дети с 5 до 16 лет. И несмотря на то, что она является коммерческим проектом, ежегодно в каждую возрастную группу будет проводиться отбор для зачисления до 5 человек из малоимущих семей на бесплатной основе. Футбольный стадион, начиная от подготовки грунта, газоны и освещения поля, сделаны строго на основании технических рекомендаций FIFA. В настоящее время проект «Академия Ювентус» осуществляется в более чем 50 странах Европы, Азии и Америки и охватывает около 20 тысяч детей.